ООО «Дунинская механическая компания по Камышиту Вэйхун». Предприятие было основано в 1990 году. Оно в основном занимается в области исследований и производства матрасных машин, строительных материалов и сельскохозяйственных машин. Это является глобальным предприятием, которое непрерывно стремится к инновациям. Компания расположена в устье реки Хуанхэ, Дунъин, Китай, где пользуется репутацией «рай для птиц». Красивая, естественная географическая среда и отличная атмосфера экономического развития предоставляют фирме энергичный импульс развития и неограниченные перспективы. Наши ведущие продукты – машинка мышитов, машин соломенного матраса, машина соломенного кирпича, машина рисового соломенного матраса, машина камышового соломенного матраса, машина льняного мата, машина матраса из кокосового волокна и так далее. Они широко используются в области строительства, производства матрасов и развития сельского хозяйства. Продукты пользуются большим спросом на внутреннем и зарубежных рынках, на всей территории Казахстана, России, Бельгии, Канады и более чем 20 странах и регионах. Марка Вэйхун – полностью автоматический станок соломита и соломы. Другое имя – машина камышитов, машина соломита, машина соломенного матраса, машина соломенного кирпича и машина матрасов. Сырье, тростник, камыш, солома, рисовая солома и кукурузная солома являются главными, а также используются другими травянистыми растениями в качестве сырья, такие как пырей, кунжут восточный и так далее. Изделия: камышит, соломит, соломенный матрас, соломенный кирпич, матрац, татами. Они могут делиться на 6 моделей по ширине продукции: 1 метр, 1.2 метра, 1.5 метров, 1.8 метров, 2 метра, 2.2 метра. Также может быть заказано по требованию клиентов. Они могут делиться на 2 типа по толщине продукции: от 30 мм до 80 мм, от 50 мм до 100 мм. Эффективность производства: от 4 до 6 операторов производят от 800 до 1000 квадратных метров в день. Соломит и соломенный матрас имеют хорошее свойство: легкий вес, высокая прочность, термоизоляция, легко обрабатываются, простые и удобные, естественные и безвредные, без формальдегидных вредных веществ. Требования к стандарту площадки низкие, крытые и открытые могут быть произведены, и пространство производства является от 800 до 1000 квадратных метров. Место хранения не включены. Состав оборудования: учреждение поставок сырья, сплетенное учреждение, учреждение по выпуску продукции, режущий механизм и система автоматического управления. Способ управления: автоматический и полуавтоматический. Автоматизированное производство. Полностью автоматический процесс от аксессуаров, сжатия, шитья, тяги, резания до готового изделия. Вы можете завершить весь процесс производства одной клавишей. Это экономит время, усилия и высокоэффективно. Установить автоматическую остановку при обрыве провода. Это обеспечивает, не появляется дефектных продуктов в нормальном производстве. Легко работает. Надежное свойство оборудования. Свидетельствовано, что машина идет стабильно и надежно. Свойство превосходное. Она энергоэффективная и практичная после длительной эксплуатации. Простой способ операции. Бессложное ручное управление. Полностью осуществляет автоматизацию. Легко для понимания и обладения. Помех мало. Удобное обслуживание и ремонт. Широкая сфера применения. Доступны для производства матраса, строительства домов, термоизоляции теплицы, построения загона для скота, защищения дамбы, пола вагона и многих других целей. Производственные матрасы и татами после удаления пыли, борьбы с вредителями, дезинфекции и высокотемпературной обработки обладают следующим характером: экологически чистый, умеренная мягкость, комфорт и воздухопроницаемость, которые подходят для современного дома.
используя в строительстве домов, термоизоляции теплицы, построение загона для скота и так далее. Они имеют такие преимущества, как хорошая теплоизоляционная способность, хорошая производительность сохранения тепла, удобные строительные работы, простая операция, сильная целостность, умеренная температура, зимой тепло, а летом прохладно. Реализация озеленения в солончаковой почве может изолировать щелчи, пропускать воздух и воду, сохранить высокие затраты на изоляции щелчи в качестве полувагона. Они имеют очень хорошую эластичность, защищают товары, удобная погрузка и разгрузка грузов. Они могут использоваться в качестве временной оградительной дамбы на экстренный случай. Они имеют особенности: легкая укладка, своевременность, сильная мобильность. Требования к условиям строительства завода низкие. Вы можете производить за короткое время, если у вас есть площадка, трехфазное электричество или 10-киловольтный генератор, сырья, шнуры. Среда производства безограниченная. Можно производить круглосуточно и непрерывно. Это эффективно уменьшает расходы на оборудование и физические труды. Высокое качество компонентов, электродвигатели, передаточные шестерни, подшипники и другие основные части выбирают известные отечественные и зарубежные бренды. Обеспечение качества, специализированное производственное оборудование и технологии, 20-летний производственный опыт и профессиональные персоналы и 5 программ инспекции качества в процессе обработки и сборки обеспечивают качество продукции. Идеальное послепродажное обслуживание. Компания устраивает много послепродажных сервисных станций, которые отвечают за техническое обслуживание после продажи, пусконаладочные работы и установки нового оборудования, обучать производственного персонала для пользователя, улучшить послепродажное обслуживание. Перспективы развития широкие. Имеет широкий рынок строительных материалов, промышленность обработки матрасов и термоизоляции теплицы, защиты дамб и другие назначения. Есть много доступных камышей, рисовых солом, рогозов, тростников, горных трав и других природных ресурсов. А также имеет современное оборудование производства, которое является мощной движущей силой развития.